Ребят, всем привет! Уже 9:05, и я сижу, получается, делаю видос с батутов, там дрифтазовский ковш снимали, и были на открытии нового СТО под названием Mad Max. И уже пора делать итоги конкурса. Буду делать я ее, как обычно, через программу RandomApp. Сейчас мы откроем. Так, как его открыть-то? Надо открыть пост. Я только не умею это делать. Блин, как его открыть-то? А, вот. Открываем пост. Копируем ссылку. Так, где-то мышка-то моргает. Вставляем ссылку. Устанавливаем 5 победителей. Устанавливаем только члены группы и нажимаем «Далее». Вот. Число участников 15. Там, потому что еще были не только люди, как бы были еще группы. Группа он, видимо, не показывает. Так, теперь тыкаем «Узнать победителей». И у нас 5 победителей. И первый из них это я, конечно же. Ну, блин, сейчас это мы переиграем. Получается, будет Владимир Ваймер, Денис Латышев, Дмитрий Шилков, Александр Тузилин. Это, получается, вот 4 победителя будет. И сейчас придется сделать еще одного победителя, так как я не могу сам у себя выиграть. Так что репост тот же самый. И делаем количество участника 1. И нажимаем опять узнать. И это Индира Никитина. Поздравляю. Пишите свои номера в личку. И вы получите свой приз. Всем спасибо за участие. Чуть позже уже выйдет мой новый влог.